Да. Все, запускаем. Так, все посмотрели, кто где, какая локация, всем все видно, да? Да. Кроме шпиона, смотрите, да. У нас есть 8 минут на то, чтобы найти шпиона, ребят. Ага. Либо найдут меня за эти 8 минут. Короче, кто первый, кому задает вопрос? Начинаем с Алексея тогда. Да, с Алексея, он в верхнем левом углу. Так, хорошо. Под часовой? Спрашиваю Шарину. Алексей, задавай вопрос так, чтобы не спалить локацию. Ты зависла или что? Арин. Что случилось? Что с Артом у нее? А, все нормально. Арин, ты с нами? Арин. Арина. Арин. Она не слышит нас. Она шпион. Да, у нее сели наушники. Это она так долго реагировала на то, что она шпион? Хорошо, давайте Арин. Стоп, секунду, я выявил, это не у меня эхо. Все отлично. А это в вашем микрофоне, Алексей. Не может быть. Из ушей ваших в ваш микрофон затягивайся. Меня Нет. слышно? Да, Арина, да. слышно. Все, я задаю тебе вопрос. Ты готова? Блять, это эхо просто... Да. А в это место это нужно... Это не у меня, значит, не знаю. Мы подождем, у нас, в принципе, 6 минут еще. Все, я готова. Скажи, пожалуйста, в это место нужно записываться по телефону? Так подожди, ты кому вопросы задаешь? Арине. Арине. Почему? Рикиди же надо. Почему Рикиди? Он же второй идет по списку. Да, у меня вторая Арина. Нет, тоже вторая Арина. Я в Дискорде смотрю. Вы неправильно на меня выстрелили. Я на Дискорде смотрю. Да, по Дискорду. А я тоже по... Давай, я по Дискорду смотрю. Давай по Дискорду. Напоминаю, у нас 6 минут осталось. Давайте быстрее, ребят. Арин, в это... Что? Sometimes, не знзнаю. Когда да, когда-то да, когда-то нет. Где-то да, где-то нет. Понятно. Ну, хорошо. Сразу голосуем или что? Давай, кружочек. Дина. Да. Используется вода там. Вот в этом месте. Слушай, вообще вот конкретно там я не видела, чтобы использовали воду. Погоди, может быть, она просто не знает. Ладно, давайте еще. Да. Может, да сейчас мне тут задонатили видео, блядь, видеодонат. Я у немалого завис, нахуй, орёт на всю эту. Иисус какой-то, все. Все, я все сделал. Иисус Господь, да. Давай, Ленинград, песня про Иисуса, все. Ой, Наташ, помнишь? А кому вопрос задавали? Так, я сейчас задаю Егору, получается. Да, давай. А я вот такой вот интересный вопрос задам, так сказать, на проверочку. Ковыркай. Егор, туда можно пойти на свидание? Но, как скажем, если бы это было шоу «Холостяк» и был такой холостяк, как я, да, со странностями, то, может быть, можно было бы. Но вообще, по идее, туда, ну, на свидание не ходят. Ой, какой ответ интересный, запутал всех. Но как бы все ясно стало. Хорошо. Катерина. Ты с Бустером часто там бываешь? Нет. Понял. Не часто. Ну, бывало, да, там? Ну, бывало. Понятно. А, так теперь я. Да. Наташа. Сейчас. Была ли ты когда-нибудь там с... Вообще, в принципе, была ли ты там когда-нибудь? Ни разу. У меня есть доступ туда пойти. Но, ну, в плане... Возможность, да? Нет, невозможно. Надо больше времени поставить. Вот именно бумажка. Поняла? Угу. Вот бумажка, которая дает, ну, то есть мне ее подарили. Окей. Пока очень странно. Понятно. Погоди. Понятно, как голосовать, ребят? Мысли. Давай мне вопрос задавай. Не, подожди, давай круг пройдем. Да, давайте круг пройдем. У нас есть еще 3:30, надо как-то время поставить. Наташ, спрашивай. Сделать, но я посмотрю. Справа внизу потом поставлю. Я понял. Давай. Туда люди ходят расслабляться? Нет. Давайте Наташу кликнем. Да. Ты официально используешь обвинение? Короче, туда на машине заехать можно?
Это ты меня спрашиваешь, да, соответственно? Да, получается, ты следующий. Ну да, можно. Да. Окей. И, Паша, сейчас заканчиваешь круг, Лёша задаёшь? Хорошо, сейчас, секунду. Да, посмотри список слов, чтобы понимать, да, как бы, какое тебе надо найти. А есть такое понятие, список слов? Что? Из-за локации, вот перед тобой. А, все остальное, я понял. Короче, я пытаюсь, чтобы не спалили. Или сам себя, чтобы не спалили. Можно ли... Если туда можно заехать на машине, можно ли оттуда уехать без машины? Да, можно уехать без машины. Ну да, почему бы и нет, барчики нормально так посидеть, там выпить, блядь, расслабиться. Круг прошли. Пока что, мне кажется, самая подозрительная Наташа. Что да. Наташа, во-первых, Наташа, я спросила про этот вопрос, потому что как бы у Наташи ведь нет машины, и у Сережи нет. Поэтому... Ну, давайте. А сертификат какой-то? Подожди, тише. Подожди, сейчас. Так вы спрашивали, что можно заехать на машине. Я понимаю. Но если шпион сейчас понял, что это локация, он может скрыться, типа, и сказать. Я сейчас время побольше поставлю, потому что у нас минута осталась. А это можно, да, делать? Можно, да. Сколько у нас там? 8 минут, да? Я шпион, это сервис-центр. Ну, пиздец, блядь. Надо было раньше голосовать. Чего мы не сказали? Ну, чего вы сразу сказали? Как нужно было нажимать? Надо было нажать на нее? Нет, нужно было, типа, обвинить, нажать. Да, и вот видишь, вот нажать, короче, сука, и там, да, все, обвинить. А шпион должен нажать на слово. Погнали. Не, нам надо зайти, да. Мы же не знали. Ну ладно, это был пробный, чё. Слушай, это офигенно. Мы думали, если круг кончился, то всё, типа. Наташ, а тебе нужно, типа, не вскрыться, типа, а здесь, типа, пикнуть на место и нажать, типа... Вот, ну, пикнул. А у неё только одна возможность есть. Пробуй пикни сейчас на место. Вот, пикнула. У меня, знаешь, она вычеркнулась, короче. Нет, тебе надо на него, короче, знаешь, как нажать? Ой, сейчас. Я поняла. Попытаться угадать. Во, я поняла. Да, типа это вычеркивает, а вот эту попытаться угадать, все. Да, да, шпион нашел локацию. Вот, все, всем все понятно, да? Все, да, короче... Так, как поставить... А, вот 8. Я подумала, Кать, я подумала, что это спа-салон. Нажми я на замочек, поняла, если да. Тебя замочек закрыт. Про свидание, про воду, про списки. Я не могу поменять, почему это. Я, короче, подумала... Я поняла. Я просто думала, что, типа, круг кончился, и все, и как бы уже можно... Новый начать ставить. Так, я снял. А, вот, все, время. Сколько ставим? 10? Давай 10 хотя бы. А почему с Гимсуки голоса не скинулись? Они должны скинуться. Погнали 12. Все, погнали заново. Сейчас я нажму. Да, на Наташе обвинения висят. Подождите, а если шпион делает подозрение на какое-то место? У него только одна попытка? Да, одна. Если он неправильно, то есть он спалится? Ну да, он скрылся. Да, конечно. Он проиграл тогда. Все, погнали, новый кон. Я, по идее, должен был запустить. Давай. А, нет, стоп. Запустилось? Все, идет уже. Да, идет. Только время. Только время не 12 пошло. Минут. Да, время 8. Походу, да это следующего кона. Нам хватило сейчас этого времени. Ну, погнали. Ну, давай, поехали. Давай. А с конца кто теперь, кому? Паш, ты задавай Хесусу теперь. Угу. Попался, он что улыбится. Просто так, довольный. Ну, давай, задавай. Сказала, Паш, по-моему, попался. Сейчас, в этом месте... Ты... Может быть такое, что ты каждый день ходишь в эту локацию? Нет. Вообще нет. Не-не-не-не-не. Окей, идем дальше. А в этом месте дают покушать? Да. Ну, там можно покушать? Мой да. Вопрос. А? Ага, окей. Да. Может ли в этом месте находиться только один человек? Ну, вероятность того, что вот один человек там может быть. Но она мизерная. Ну да, есть, да? Или вероятность нет? Есть, вероятность есть. Угу. Ну, может, окей. Статистически может. Так, Егор. Угу. Нужен ли определенный дресс-код в это место? Типа, именно тебе или там, именно в этом месте дресс-код? Ну, там вообще, в принципе, как бы ты приходишь в это место, там есть какой-то определенный дресс-код? Ну, да. Mm-hmm. Дина. Да. Блин, какой вопрос ты... По-моему, мы запутались друг друга очень сильно. Почему?
Ну ладно, сейчас давай круг добьем. Да. Явные вопросы тоже нельзя задавать. Да, когда ты была там последний раз? Или была ли ты там вообще? Я там бывала, а последний раз достаточно давно. Угу. Скажем так. Не буду говорить, почему. Ну, понятно. Да. Так, хорошо, минус два подозреваемых. А, это так, хорошо, Арина. Кстати, было, Егор, это было хорошо. Арина сидит, улыбается, такая загадочная. Арин, в каждом ли городе можно найти это место? Нет, нет, нет. Не в каждом. Так, Алексей. Алексей, 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 что бы вам спросить такое? Алексей! Это открытая или закрытая местность? Это закрытая местность. Да. Ты наугад так хуйнул. Такой типа... Это закрытая. Закрытая, смотря что вы имеете в виду под этим, да? Паш, в это место нужно покупать какой-то, знаешь, там, сертификат или билет? Какой замечательный вопрос. Если вы туда просто вот вам надо... Так сказать. Вам надо. Ага. Есть категории или людей, для которых ответ был бы другой. У меня есть подозрение. Ну подожди, так, давайте, Паша, давай теперь мне вопрос. Ну опять же, повторяюсь, если мы ошибемся, то... Мы замкнули круг, я имею в виду. Я просто, мы замкнули круг, и я говорю... Ну, давай предположение. А, подожди, или не замкнули? Замкнули, уже замкнули, да. Я сейчас скажу, и мы замкнем. Что такое? Обвинитель Киди? Да нет, обвинит. Паша очень хорошо ответил на последний вопрос, мне кажется, нет? Не-н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 е. Это кто? Это Лёша, это ты? Да. Да вы чё? Это что? Да мужики, да вы чё? Ну давай, задай мне вопрос тогда. А ты можешь, кстати, не Хесус, ты можешь кому угодно поступать. А, по-моему, это не только я обвинил. Давай, о, смотри, вот вопрос такой. Бывают ли такие вариации этого локации, в которых ты можешь принять... полностью горизонтальную позу. Это мне говоришь? Нет, это Хесусу. А. Понял? Давай повторю. Ну, можно, да. Бывают такие вариации. Конечно. Окей. Поняли, да, вообще, гениальность этого вопроса? Да, да. Да Паша точно чист. Паша чист, но кто? Алексей. Ебой! Скур-скур! Скур-скур! Это самолет. Егор, да ты... Это ты был? Да ладно, блин. Серьезно? А как ты понял? Билет и горизонтальная вариация? По билету и по... Не, я не понял по билету. Я думал, короче, типа, либо самолет, либо самолет, либо казино. И еще думал, что... Сейчас скажу. Блин. А ты вообще был, типа, красный, чистый, да. Нормальный. Как да, это? Ты хорошо вопрос ответил. Паш, ты просто либо первый самолет, вопрос задал. Либо хороший вопрос сам задал. Я не помню. Очень ты первый странный вопрос задал, и я подумал максимально, что ты вообще не в теме по первому вопросу. А я задал... Давайте с меня кон, наверное, начнем бросать. Я забыл, что я задал первый. Давай. Все, 12 минут 12 прошло. Минут, отлично. Так, кому я вопрос задаю? Дине, получается. Слушайте, а могу быстрый вопрос по игре технически задать? Какой? Да. У вас у всех отображается локация. Да. А и да, еще какое-то слово снизу. Да, да. Зачем это? А кто-то не сказал да, кто-то не сказал да. Короче, это топ условия. Смотри, смотри, это топ условия. И, например, вообще замучил. Он сейчас сидел и говорил своим зрителям, типа, блять, как выиграть, как не спалиться сейчас. Короче, понимаешь, это топ условия. Например, если это банк и ты кассир. Ты от лица кассира спрашиваешь у человека, я в этом месте могу помочь людям? Да? Думаешь так? Да. Это ты точно уверен? Да. Потому что я сегодня подготовился и посмотрел видео по этой игре. Давайте без доп. Условия. Алексей, вы подготовлены? Ну, доп. Условия может запутать нас всех, мне кажется. Ну, вообще прикольно. Давай еще один конок без доп. Условия, потом с доп. Ну, давайте, попробуем. Ну, что мы теряем? Это будет путать шпион. Короче, все, я погнал туда Катю. Я пошел Катю. Так. Давай.
Кать, а ты была в этом месте вчера? Нет, не была. Понял. Наташа, правильно? Ну да. Тебя же Наташа зовут, да? Наташа, правильно? Так. Сучка Наташа. Наташа, нужна ли какая-то подготовка для того, чтобы прийти в это место? Нет. Хорошо. Но это, как вы поняли, вы могли по-разному понять. Я, да, например, имею в виду какую-то определенную подготовку. Вот Паша, я это понял. Угу. Так, ну... Вот тут как посмотреть, да. Это ответ на любой вопрос, кстати. Сори. Ну, как посмотреть? Обычно... Обычно там находит... Я нахожусь там от 1 до 3 часов или от 3 до 6? Ты... Что еще раз? Не был, я не знаю, типа... Ну, может, мне ты кажется, вообще там не это... бываешь? Мне кажется, это Хесус. В смысле? Ты чё? Почему? Да, нормально. Почему? Это вопрос, ну, типа, странный. Я откуда знаю, была там, а вот мне кажется, это не... Под локацией там... Не, ну, 6 часов вряд ли. Типа, 1-3 часа, окей. 6 — это перебор для такого места, мне кажется. Что там делать? Вот, так. Окей, Паша. Как же Наташа метается... Нужна ли, нужно ли для этого, требуется, точнее, для этого места какая-то определенная одежда? Смотря что ты конкретно хочешь сделать, если использовать это место по назначению, то тебе это пригодится, это просто приятно, считай, что это более комфортно. Он назвал неправильную локацию, это кто проиграл? Я! А какую локацию ты назвал? Я выбрал спа-салон. Видишь, красненьким было. Короче... Слышишь, Хес? Опа. Там, когда пляж, например, был, и вот там разносчик еды, и ты типа от лица, я... Мы сегодня без отхода. А я имел в виду подготовку кремами намазаться. А я думал, подготовка, научиться плавать или типа подготовить пляжное тело к лету. Вот, видишь, опять же. Что это было? Леша, это был пляж. Пляж. А, пляж. Блин, у нас сейчас то же самое слово, ребят. Да, давайте обновим, потому что уже а сказала про разносчик еды. Локацию, просто пляж. Кто был шпионом? Новая пошла. Хесус выберет. Обидно, обидно. А почему эти, как его, не обнуляются? Какого черт? Ну, что? Не обнуляются обвинения. Видимо, рандомно так заново. Ну, кстати, можно было поиграть, если никто не сказал, какая была пятка. Ого, интересно. Мы с доп. Условием? Ну, попробуем, может, один. Я просто не знаю, как оно, как с этим. Повторите, что за доп. Условие. Ну, смотри, внизу написано слово. Под основным внизу написано, кем ты являешься. Кем ты являешься. И типа увидел, смотри, ты от лица. После 25 минус 25к. Очень странная какая-то штука. Ты от своего лица? Ты от своего лица или от профессии? Ты можешь у нас спросить. Например, что ты там можешь делать? Я не знаю, там, ну, разные варианты. Будем пробовать или нет? Давайте попробуем. Ну, это как вариант. Можем дефолтные вопросы задавать. Ну, кто-то задавать так вопросы, а кто-то обычно. Мне кажется, что это слишком легко, если честно. Ну да, нет, возможно, нет, я можно сейчас скажу, почему это нелегко? Я сейчас вот сходу посмотрел, у меня очень своеобразное доп. Условие. Нет, это... Но оно подходит еще под 10 локаций еще, так что как бы... Ну, у меня тоже подходит. Ну, кстати, да. Да, вот условия, именно, да. То же самое. Я не понимаю, как мы должны задавать вопрос от лица типа этого человека или что? Да. А у нас у всех один... Это на самом деле помощь. Нет. Это на самом деле помощь, если ты не можешь выдумать вопрос, мне кажется. У нас не один человек, у нас у всех разные. А, разные люди. Например, когда был пляж, у меня был парапланерист. А, типа я говорю, я в этом месте. А у меня разносчик еды был, типа... У меня был вор, вор на пляже. Как? Как тогда? Вор? Ну давайте попробуем один раунд. Я не знаю. Ну а на пляже он спросил бы, я там мог бы подрезать кошелечки? Ладно, хорошо, давай, погнали. Я так, с кого начинаем? Давай, а, я начну. Давай, и давай. Пойду на Алексея. Ну давай, начинай и через меня поехали. Да, все. Итак, Алексей, мог бы ли я в этой локации заниматься тем, что отслеживал бы положение других подобных локаций?
Да, скрути, блядь, вывернись вот так, сядь головой на стул. Мог бы ты на этой локации использовать что-то для выявления других? Да, мог бы. Типа, окей, мог бы. Да, да, мог бы. Ну, допустим. Да. Могу ли я, Арина, на этой локации играть на музыкальном инструменте? Можете, Алексей. Спасибо. Ой, Алексей. Давайте, вам все можно, Алексей. Алексей, позвольте отметить великолепность заданного вопроса. Я оценил глубину. Отлично. Было хорошо. Спасибо. Дина. А почему все эти все подлизывают? Я не понимаю, в чем прикол? В чем прикол, блядь? Это Алексей. Твич. Ух, Алексей. Алексей. Все, блядь, Лёх, сори, но я тебя больше не зову на свой стрим. Все внимание перехватил. Я не против, я не против. Ушел. Он ушел, все? Сейчас стрим. Он должен как минимум вернуться в такой шляпе, знаете, с пером. В шляпе с пером должен вернуться. Нет? Причесочку хотел делать. Да-да-да, такой. Так, Арина, давай. Давай. Дина, могу ли я разносить еду в этой локации? А, я забыл про стоп условия. Ну, Арин, лучше бы не стоило, конечно. А, да. А, да? Ой, да. А, да. Ой, да. Да, да, да. Да, да. Все, обвиняем. Все, можно я сразу? Да, я нажимаю. Да, да. Я нажимаю. Обвините Дину. Да. Как выбрать локацию, алло? Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, все, жмите. Жмите все. Меня обновили, что ли? Нет, все жмите, обвините Дина, блин. Ну, я нажал. Я нажал. Ну, шпион пойман. Почему? А как мне было выбрать одну локацию? Вот шпион пойман. Остальные? Да. На пимпочку, на вот эту справа сверху надо было нажать. Нажимаешь на локацию, пимпочка справа сверху появляется. Ты сначала ее вычеркиваешь, и там справа сверху такая пимпочка. Блин, а что это было? Это океанский лайнер это был. Ты не поверишь, я сейчас сидела, все вычеркивала, чтобы нажать на океанский чертов лайнер. А про музыканта я сразу это Титаник вспомнил. У меня все это время был микрофон отключен. Да, я подумала, раз Паша так восхитился, значит это могло быть про Титаник. Ты про Титаник подумал, да? Да, да, да. А, то есть нельзя давать такие комментарии, я запалил, да? Кто был шпион, Дина? Как дела? Нормально без микрофона, классно? Я все время сидел без микрофона, прикинь, не знал. Ну ты просто смотрел стрим, как бы, нормально. У меня дисконнект, у вас работает? Слушал. Я чат не смотрю, поэтому я же честно. Да, работает. Работает. Время как бы идет, ребят. Прикольная очень локация, погнали. Ну что, мы опять с доп. Условием? Ебать, у меня подожди, подожди, смотри, ты можешь без доп. Условия говорить. Если у тебя только будут проблемы с тем, чтобы объясниться, ты его можешь использовать. Короче, используем доп. Условия как типа помощь в задавании вопроса. Ну, видишь, мы сейчас доп. Условия спалили. Ну, я просто комментарии не буду давать. Я понял, давай, что, с кого начинаем? Сложно будет, мне кажется. Ну, давайте с меня, давайте с меня. Ну, давай. Только я пойду, давайте, в сторону Хесса. Итак. Давай. В эту локацию ходят по одному или группой обычно? Группой. Понятно. Ты написал книжечку, но только карандашом, да, Паш? Да-да-да, так сказать. Чик-чик. Зачем? Ну ладно. В этой локации требуется врач. Что, Пауков спрашивают? Наташа. Наташа. Ну, Наташа. В этом месте? Наташа. Кикаем Наташу. Да подожди, подожди. В этом месте? Ну, конечно, в этом месте. Ну, нужен врач? Нет. Вот именно в этом месте нет. В этом месте... Подожди. Давай, Коныч, давай еще. Ну, давай дальше, Наташа. Хорошо, нет, давай дальше идем, да. Ты пометь ее просто крестиком. Сможешь ли ты, Катюх, попасть в это место? Mm-mm. Я не смогу. Уф, это очень плохой вопрос. Плохой вопрос сказала или что? Ответ в смысле? Нет, нормально. Ты задавай, Кать, ты задавай Егору.
Кать, мы уже все пометили, не беспокойся. Егор, сейчас думаю. Часто ли туда ты ходишь? Каждый день, да. На самом деле, нет, вообще не очень часто. Нет, ну типа, вот. Не был там ни разу еще, к сожалению. Планируешь? Ну, да, конечно. План. Понятно. Kanye West звал вчера туда. Ладно. Дина. Да. Какой же вопрос задать? Вот если бы твой мужчина тебе бы сказал, мы расстаемся. Как ты отреагировал? Ладно, что? Если тебе... Твой мужчина сказал бы тебе, что типа, слушай, как бы, ну, тема такая, как бы, и мне вот нужно туда, пойдем со мной, но вернемся не скоро. Ты пошла? Точно, злосовато. У нас уже должна... Просто ты сейчас, конечно, просто Армагеддон устроил, Егор. Он пошел и сказал бы, мне надо, дорогая, должен спасти эту планету. Ну, камон, все, просто все сейчас запалил. Кто шпион, я шпион, орбитальная станция. Он сидит, радует. Ну, конечно, вообще. Ну, согласен, нет. Про поводу врача... Первый вопрос от Паши тоже был такой. Так я специально задал вообще настолько размыто, но первый это не так важно, понял, потому что. Да. Ну, блин, ну сори, сори, гайс, я спалил. Почему именно там, там, ну, именно давайте, там дальше. Врач? Отличная роль. Нет. С кого? Я врачом был. Я был врачом на этом. А, ты все-таки. Я так и подумал. Слушай, Кать. А то, что Катя сказала, что, типа, я там никогда не смогу быть, это подходит в войске крестоносцев, она тоже никогда не сможет быть. Ну и на полярной станции тоже она поэтому может быть. Вряд ли. И в цирке Шапито. Арин, давай с тебя. Арин, давай с тебя. Ага, растерялась, Арин? Давай в мою сторону. Давай. Дина. В этом месте... Мяу. Какие цвета преобладают? Потемней или поярче? Простите, я просто увидел сейчас кто, и у меня сразу вопрос был в голове. Да, я подумал, что я получу бан. Да, тут надо аккуратней. Какие цвета? Я бы сказала потемнее. Я так хочу Хесусу вопрос задать. Какие ты говоришь, Дин? Я бы сказала потемнее. Я бы сказала потемнее в целом. Но все-таки... Зависит, скажем так. А, я не буду, пожалуй, продолжать. Становлюсь на потемнее. Как ловко. Так. Молодец. Как Егор, ловко. Скажи, пожалуйста. Да. Так. Например, в каждом ли... Не-не. Приведи пример трех городов, где... Назови три города, где есть это место. Москва, Питер, Казань. Окей, хорошо. Я хотел задать вопрос Хесусу, но задам вопрос, получается, кому я, Кате задаю? Кате, да. Кате, задам вопрос, как бы Хесусу я задал вопрос. Катя, если бы ты была бы Хесусом, ты могла бы в этом месте украсть очки? Блин, я не знаю этот мем просто. Хесус, короче, шпион. Я очки украл, все. Скажет. Нет, ты... Ладно, я не поняла мем про очки, нет, но... Нет, чисто... мема, просто могла бы ты там украсть очки? Вот. Ну, чисто теоретически могла бы. Ну, типа, почему нет? Вот это, согласен. Конечно, ты прям согласен, вообще... Согласен, почему бы нет? Не, ну а чё? Не, ну а чё? Ну, как бы, ну, понимаешь, как бы, зависит от человека, да? И, типа, некоторые могут себе позволить, некоторые нет. По факту, ну, как бы, да. Лёш, хватит искать локацию. У меня классный вопрос есть. Катя, задавай вопрос, Наташа. Блин, у меня прям как-то очки. Ладно. Наташа. Как часто ты ходишь в это место? И ходишь ли вообще? Не хожу. Вообще? Ах ты. Раньше ходила. Ты что, так давно с Басловым посещала? Ладно, я хотела пошутить. Чего?
Ну, сори, я... Я давно была в спа-салоне, вообще очень. Не хочу. Можешь ли ты... Нет. Украсть очки могу, да? В этом месте? Зависит от ситуации, видите? В любом вообще, где есть очки. Ну, как бы да. Давай, давай. Ты там можешь есть? Так, ну... Вряд ли. Не, ну ты типа можешь туда со своим прийти, да, покушать? Нет, не со своим. Купить? Купить там поесть, еду? Да. Купить еду и поесть. Нет. А это не со своим? Погоди, стоп. Ну я бы сейчас в Хесус, конечно, проголосовал. Я бы тоже, да. Не-не-не-не. Но мне кажется... Нет основания. Я просто там нет основания. Давайте Хесус задаст вопрос, и тогда... Нет основания. Еду? Нет. Нет основания пока, мне кажется, против него голосовать. Что за бред вообще? Там есть еда. Ну, Хесус, задай хороший вопрос. Да нет, это не еда. А вот против Дины есть основания. Ну это есть можно, значит еда. Ну это другой совсем вопрос уже, Наташа. Я потому что по-другому тоже поняла. Что-нибудь там взять там. Ладно, давайте, не будем уточнять. Хорошо, Паша. Можно ли в этом месте устроить стримхату? Это ты мой вопрос спер. Я собирался задать ровно это. Сначала очки. Я думаю, смотри, как. Я думаю, что теоретически можно, но это будет последнее, что ты устроишь на долгие годы. Кто нашел? Шпион нашел локацию. Алексей? Алексей сидел и правда искал. Вы слышали, что я сказал? Я говорю, Леха, да, 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 да. Видимо, просто мы все такие, типа, смотрят друг на друга, и один Леха. Сначала, когда Арина сказала насчет цветов, я подумал, к театру начал сначала сводить. Да, темный. Дина запутала темные цвета. Классная сейчас, классная, мне нравится. Блин. Кстати, ты с Хесусом очень... Тебе помогло, Алексей, с Хесусом что-то? Когда он начал говорить. Типа, я бы Хесусу задал вопрос. Слушай, мне, типа, я понял, что ты... Я понял то, что ты про сферку сказала, про вот это вот, да? Ну, да, это, да, да. Да, да, да. Ну, вот это, да, мы, наверное, да. Мы начали уточнять. А там что, реально еда есть? Ну, нет, ну, там, да, про сферку тебе дают. Тебе дают вино и про сферку. Ну, да. Либо если причастие, то вино, а просто так можно про сферку купить и со святой водой. Да, оно очень вкусное, я вообще раньше хавал их. Ну да, хлеб этот вкусный. Надо сходить, попробовать. Короче, ладно, все, ребят. Сходи. Че, с кого начинаем? Давайте, давайте с меня. Со шпиона начинать будем или как будем? Ну давай со шпиона, давай. Давай со шпиона. В какую сторону? Ну, так же, по часовой, наверное, я не знаю. Ну, без разницы, давайте. Да. Так. Чтобы прийти в это место, нужно что-то дополнительное. Чё, блядь? Сразу хуять ему. Нет, подожди. Я имею в виду какую-то вещь там. Я поняла вопрос. А что такое? Хороший вопрос. Ну да, согласен. Да. Ты просто подкатываешь, Аринян. Нет, ты женатый человек. И что? И правда. В смысле, чё? Ты сказал неправда? Нет, нет, я говорю, и правда. Нет, нет. И правда женат или и правда и чё? Смотри, он залагал, он вылечил правду. Жена кабель рубанула. Жена кабель рубанула. Такой, ты обалдел. Она смотрела стрим вот так что. Да, да, да. Я думаю, что там ножнички были не только у кабеля интернета. Так, а Алексей с концами улетел, да? С концами улетел, да. Чик-чик. Понятно. Нормально. Все правильно, так и надо. Теперь тоже возьму заметку, буду так делать, когда Слава ТикТок будет смотреть. Так, чик-чик, и все. Алексей, вы здесь? Главное, не промахнуться. И основной слоган можно менять. Алексей чилит. Охуеешь, если он так жестко рофлится. Наелся и спит. И он просто, типа, вот так сделал вид, что он завис. Такой мощный рофл. Да. И так всю игру просидеть. И потом, помнишь, как в этом фильме «Тупой еще тупее», блядь? Когда он 70 лет был в психбольнице, и потом, типа, блядь, чувак, я тебя наебал, или что-то. Да, да, да. Он почему в Дискорде продолжает сидеть?
Серьезно? Сейчас я открою его стрим, смотрю. Да, здесь вроде. Просто тупо перешел на другой стрим в «Мафию» играть. Не, у него стрим упал, у него упал стрим. А, тогда все понятно. А вот и он. Ребята, это я. Привет. Братан, если что, мы тебя отмажем. Мы тебя отмажем. У меня просто завис ПК, именно из-за этого я его обновляю завтра, поэтому я прошу простить, что я вот так вылетаю, извиняюсь. Что-то все ничего, Арина тебя прощает, все хорошо, да. Но она уже начала скучать и нервничать, так что... Арин, все хорошо, я здесь, я вернулся. А тем временем время-то идет, как бы, да. Я здесь, разбегайся. Он, наверное, очень радуется сейчас. Он шпион, и он... Ты понял, затянул. Какой Mind Games? Это Mind Games. Не, я даже не слышал ничего, если бы я был шпионом. С учетом того... Стоп. Ты понял, он спросил хуйню какую-то. С учетом того, что Егор говорит Mind Games, это точно Егор шпион, вот прям 300% говорю. Запалился. О, Mind Games. О, какая классная локация. Вначале говорит, ой, камон. Паша так жестко на меня гонит. Все, запалили. Ну, давайте по вопросам. Давай, Рина. Да. В этой локации могут присутствовать два пола? Их больше. Два пола. Осторожнее, осторожнее. Каменные и деревянные. На самом деле... Нет, я не про это. А, нет? На самом деле, Арин... Есть вероятность, что... Уф, да. Да, но я не буду уточнять, почему. Да, хорошо. Так. Блин, вопрос, мне кажется, был такой. Я в тильте. Я пока стрим запускал, всего просто послушал. Почему я в тильте? Потом скажу. Никто не оценил мою тупую шутку. Даже Кать. Нет, ты что, для безопасности? Ради безопасности все проигнорировали этот момент и проскипали. Ты что, это же такое как бы safety issue, так говорится. А, да, но я же... Бля, Алексей опять что-то... Конечно, ты все правильно сказал, Егор, ты все правильно сказал. Даже не задумываясь об этом, брат. Так, кому вопрос? Уже на подкорке. Вопрос Дина задает мне. Да-да-да, я думаю, как бы так... Спросить по локации шпион, да. Ну, все поняли, да? Все поняли. Что-то мы медленно двигаемся. Смотрите, он даже покраснел. Смотрите, он даже покраснел. Да, брат, я был красный изначально. Егор, в какое время года так ты бы отправился в эту локацию? В какое время? Угу. Какое время года? Слушай, ну, наверное, все-таки, ну, в летнее, чтобы было, так скажем, комфортнее. Комфортнее, чтобы это все было в летнее. Нахуй, блядь. Так, Катя. Скажи, пожалуйста. Да хватит угукать, блядь, вы меня не спалили, блядь, еще. Ну-ка. Я... Еще. 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 Ой, а у меня дисконнект. Сейчас я вопрос задам. А, это Егор сломался просто. Нет. Сейчас я вопрос задам, и вы поймете, что типа. Давай. Ну давай. Ну все равно все помнят, короче, можно без этой штуки. Сейчас, погоди, я посмотрю локацию. Секунду. Какие вообще бывают, посмотрю? Какие, да, общий вопрос. Чтобы не спалить шпиону просто, подожди. А время 5 минут. Я понял, сейчас. Да, я верю сейчас Егору. Короче, скажи мне, пожалуйста, блядь, сложно вот поэтому. Давай, Егор. Да я не знаю, как... Короче, получится. Ладно, хорошо. Может, за Егора проголосовал? Да нет, это блядь, не он, рано, это рано. Не, я просто не могу задать вопрос, я не понимаю, какой вопрос задать, блядь, про эту локацию. Короче, кто-то подарил у меня подписки, спасибо. Короче, скажи, пожалуйста, в этом месте нужно платить деньги? Короче, это место связано с деньгами как-то или нет? Вообще, в целом, не нужно там платить или там зарабатывать, просто в целом. Слушай, ну... Вообще связано, да, связано. Если в целом... То есть, смотри, что важнее, типа, в этом месте? Дом, деньги или еда? Это чтобы запутать шпиона, guys. Но если глобально подумать над этой локацией...
То важнее первое, дом. А почему ты отвечаешь? Ты про ценности спрашиваешь? Ну, типа, нет, ну, как бы... Ну, вообще, да, про ценности. Типа, за что, понимаете, да, что я имею? Да, все. Да, все. Я просто не знаю. Да. Ну, я так понимаю, что все-таки, наверное, деньги. Я понял. Ну, блин, ну, слушай, деньги и дом. Понял. Вы запутали не только шпиона, вы запутали еще и остальных всех. А почему? Не, нормально. Не-не-не, те, кто, типа, шарит, тот поймет. Да. Ну... Я просто, я, типа, ну, про ценности, ну... Ну давай, задавай вопрос. Блин, ну да, просто да, дом и это одно и то же. Все, давай. А, в этом месте DMM, большое скопление спасибо, людей. Братишка. Да, да. Какой вопрос? В этом большое месте скопление. Большое скопление людей или нет? А, так. Какой вопрос? Ты че, да. Фичка, ищешь, такой... блядь? Ага, вычеркиваю. Ну, этот. А, я. У меня есть дресс-код. Чё? Дресс-код есть в этом месте, чи нет? Ну, как бы, блин, ну, думаю, ну, типа того, да. Дресс-код Аэрофлота. Ага, окей. Пиздец, две минуты, ребят, нам надо... Сюда можно прям вот взять и на машине заехать? Это мы восстанавливаем предыдущий вопрос, я понял. Нет, ну, нельзя. Ребята, okay. У нас 2 минуты осталось, чтобы... Хорошо, найти такой момент. Можно, типа, прийти туда, как бы, а потом оттуда не уйти никогда? Да, можно. Дина, скажи, пожалуйста... Что такое? Чё? Я тебе же... А, я Катя, я Катя. Нет, так сейчас Паша, Паша задает вопрос. А, бля... Почему? Вообще, да, я Олег. Бля, ты так спалился, пиздец! Опять? Мы с самого начала знали, что это Лёха. Опять! Ты блин, понимаешь? А что, у вас прогрузилось? Части войска крестоносцев, оно очень похоже. А у вас прогрузилось, что ли, у всех? Да. Да. У нас Аринян без вебки сейчас вылетело куда-то. DMM, братик, спасибо тебе за сапки. В общем, запомним, когда Алексей смотрит правый, вот так вот глазами ищет, знаешь, что он... Не-не, у меня с правой стороны ваши вебки, стрим, донаты, поэтому я... На этот экран смотрю. У меня здесь только локации. Вот здесь. Ты чуть-чуть ошибся, да, братик? Ну, тут, типа, понимаешь, войско крестоносцев и воинская часть. Ну типа, понял, въехать, да, туда на машину. Ну, хз, короче. Въехать на машине, да, тебя смутило, когда я сказал? Ну, вообще, ну, да, странно такой ну, вопрос. Ну, и, типа, можно... Ну, это прикольно, что... Я подумала, иногда... Хесус. Можно иногда странно тупые вопросы вообще задавать. Да. Типа, вообще, да. У нас, по-моему... Особенно, когда на тебе нет подозрений. У нас была эта локация. Да. Да, была. Ну, скоро у нас... Зато ты не шпион. Так, что у нас? Начинаем? Блин, ну да. Теперь шпион... Теперь шпион знает, что она была. Да, давайте другое. Давай, Аринян, подождем, во-первых. Точно. Я не заметил, что она это... У меня просто на стрим ворвался какой-то человек, который дарит подписки. У него никнейм не DMM, он что? Это он, да. Это мой Кен, да. Кентуха. Обалдеть, конечно. Хорош у тебя кенты. Да, а, кстати, а где мои 100 подписок? 100 самых, Егор. Это 10, а не 100? А я не помню, сколько вы там. А сколько должно было быть? А где мои 20 тысяч самок? А, нет, подожди, это с каждого там, по-моему, по 10, что ли, или... Да, с каждого. Но мы тебе подарим, я тебе подарю на стриме. Да ладно, я так шуткую. У тебя... Я просто помню же, я пытался тебе подарить, но у тебя... Да нет, не-не-не, все нормально уже. Ладно, если что-то шутка. Да? Слушай, а ты можешь, пожалуйста, объяснить, что за тема была про дом, еду и деньги? Типа, за что сражаешься, видимо? Я про, типа, завоевание территории, завоевание, ну, разгром. Я подумал про что... За что, типа, сражаешься, понял? А я еще не услышал ее вопрос. У Арины я не услышал вопрос, пока стрим включал, и... Ладно. Шпион, можешь скипнуть, пожалуйста, локацию? Просто пикни куда-нибудь в любую. Окей. Это не я пошутил. Слушай, 2 раза подряд шпион, ты, конечно, имба какая-то. Приятного аппетита тебе, Арина. Шпион, ну ты что, там умер, что ли? Шпион, скипай. А зачем вы скипаете-то?
Ну, у нас локация была, брат. Спалили, что она была. Сказали об этом. Да, спалили, что она была нечаянно. Скипните, пожалуйста. Вы заебали. Я второй раз шпион, и вы меня скипаете дважды, блядь. Поиграл. Зачем это делаешь? Погоди, стоп, а ты не слышал, да? Я не слышал. Не, ну подожди, ну у него. Ну а теперь-то уже слышал. Да, у него-то выбор есть уже, есть те локации, которые были. А ты думаешь, я помню, да? Ну, все равно. Сервис-центр, что ли? Конечно, помню. Ну да, вот, давай, у тебя осталось вариантов не так много. Скипай, все, сори. Это был лайнер, скип. Бля. Не отгадал. Ну ладно, окей. Просто, ну, второй раз мне уже выпадает и опять. Ну ладно, хорошо. Ну все, хотя бы новая локация. Сейчас будет, надеюсь. Даже если повторяется, пофигу. Да, ну пофигу. Вот все, новая, погнали. Давайте. Че, кто начинает? Давайте. Кто шпион был? Шпион. А я, ёп. За шпиона. Нет, давайте с Арины. Мне звонит телефон, извиняюсь. Так ты сейчас прослушаешь вопрос. Так, Алексей у нас деловой человек. Алло, Лёш. А ему, кстати, комментировать. Я на твоем стриме, ты там не охуел? Ему, кстати, комментировать матч профессиональный через 54 минуты. Через сколько? А, да? Через 54 минуты? У него в 11 вечера комментирование игры. Да пофиг вообще. На игру? Поиграет в эту игру. Да, мы тут как раз уже времени закончим. Прикинь, он комментирует и второму комментатору говорит, типа... Мне кажется, или у него в этом месте начинает, понял, играть? Да-да-да. Шпион. Не-не, да, мне надо будет уйти, ребят, через 20 минут. Это доставка. Это доставка была. Через 20 минут тебе уходить? Да, бро. Ну, мы должны были начать очень, ну, пораньше, короче. 8. Ну, так получилось, да. Я предлагаю коллективно написать в Microsoft. Так, ребят, давайте, раз у нас мало времени, поехали, давайте да, по-быстрому, поехали. Да, поехали. Не будем вот это вот. Дина, в этой локации можно видеть животное? Животное? Угу. Вполне себе, получается. Так. Егор. Блин, у меня опять про город вопрос. В каком городе ты предпочел бы посетить данную локацию? Ну, если бы вообще вдруг захотел. Слушай, ну, на самом деле зависит от настроения, да? На самом деле, вот я бы сейчас в данном настроении, я бы посетил бы это место в Лос-Анджелесе. Жиза. Вот. Yeah. Ну, опять же, потому что, типа, у меня сейчас такое более... Человое настроение. Человое такое, местами депрессивное. Так, я задаю... Давайте я не Кате буду задавать вопрос, а буду задавать Паш. Давай тебе. Это... А мы же тогда запутаемся. Запутаемся сразу? Ну да. Ну Паша, мы же по Дискорду. Не, почему? Да, мы по Дискорду же можем. Ну давай мы на... Мы можем так, кстати. А Паша... У меня нормально, просто... А я... Да. Переснулась. Ладно, давай, Катя. Хорошо, все, давай, Катя. Так... Ты часто там фотографируешься в этой локации? Когда бываю, да. Так, теперь я кому? У меня просто немножко тут типа Наташа. Небольшие изменения на экране. Наташа, да. Наташа. Сейчас. Почему? Сейчас, я придумаю. Почему бы ты хотела там оказаться? Почему? Да. Блин, мне кажется, это очень палевный вопрос. А надо вот беспалевно ответить. Ну... По кочану, да. Что-то мне кажется, Катя у нас шпион. Такой вопрос прям странный. Ну, Катя хорошо ответила на вопрос Егора. Ну да. Но у меня такой рандомчик. Все. Ладно, хорошо, давай тогда, чё? Наташа, отвечай. А, не, не буду отвечать. Давай. В смысле? Я могу не отвечать. Я могу не отвечать на вопрос. Реально? Так можно было? Серьезно? Вообще-то нельзя. Вообще-то можно. Должна ответить. Не, отвечать нельзя. Ты что такое говоришь? Нельзя. Да, давай сейчас будем отвечать, это будет странно просто. Ну, если она не отвечает, то мы начинаем ее, по идее, гораздо сильнее подозревать. Ну да, да, да. Ну да, да, да. Ну, смотри. Паша в ахуе сидит. Паша ищет локацию. Иисус, не отвечай на вопрос. Чтобы там работать. Да-да-да, стопудово, блядь. Чтобы работать в этой локации, нужно ли образование высшее?
Чего, блядь? Нет, не нужно. А почему ты так удивилась, Арин? Да так. И правда. Хватит, блин. Я работала с высшим. Нет, я не работала. Да нет, я... Ну ладно. А, ладно. Окей. Ой, извиняюсь. Микрофон упал. Можно ли в этой локации остаться на ночь? Хороший вопрос. Кайф. Давай, Паш, не промахнись. Давай, давай. Делай, что завис, блядь, и не смотри пол. Ах ты, сучка, не локация, блядь. Ах, блин, как... Как не это? Какое высшее образование про пляж? Не говорите ему, что было, или ты знаешь, что было? Ви показывает мне. А, показывает? Наташа, почему ты отказалась отвечать? А ты выбрал больницу? Это типа бы спалило бы очень сильно. Я бы сказала, типа, развлекаться, и все. И там бы осталось совсем чуть-чуть. Это либо пляж, либо... Ты, короче, больницы не хотела. Ресторан, либо все, либо театр. Давайте с меня вопросы, я отойду на 20 секунд. Образование, остаться на ночь, я подумал, больница. Так, больница, я тебя запутал, получается. Да, кстати. Пляж, а все видят здесь скоро? Блин. Кому вот видишь, я, а если бы сказала развлечься или отдохнуть, он бы не выбрал больницу, понимаешь? Ну, понял, потому что я начал путать шпиона, что типа, ну, может это быть и ресторан, и что угодно, короче, понял? Когда я сказал... Молодец, молодец. Так, я Дине, да, задаю вопрос, получается, или Катя, я не понимаю. Катя. А давай в мою сторону, чтобы наоборот сейчас пошли. Давай, ну, давай, давай против часовой. Так, Дина. Ты вообще как бы... Как? Да норм. Хороший вопрос. Исчерпывающий. How you doing? Скажи мне, а вот за период, вот когда был карантин, ты вот хотела в это место очень сильно? Или ты прям вот такая ворвалась из дома туда иногда потихо? Потихо. Я... терпела, скажем так. То есть все-таки, не, да, не выходила. Не бывало, да, там в этом месте за период карантина? Люблю, конечно, но... Я понял. Чё, или в Дину сразу? Нет. Да не, непонятно, непонятно. Смотри, так как Егор отошел, он точно у нас не шпион, потому что шпион очень важно, ничего не пропустить. Ну да. Логично. Пойду отойду, ребят. Опа! И, кстати, на самом деле, по прошлому кону Наташа не стала отвечать, а шпион, мне кажется, испугался бы не отвечать на вопрос. Так, Арина. Арина, Арина. Ну все, теперь шпионы будут не отвечать на вопрос. Да, да. Как бы апеллируя к тому, что когда-то была такая тема. И уходить будут специально. Арин, ты когда-нибудь знакомилась с мужчиной в этом месте? Ну, бывало, да, он так засматривался на меня. О, май. Уф. Не хотела этого делать. Мы, кстати, далеко друг от друга живем. Спасибо. Да. Спасибо. Алексей. Дарин. Вот в этом месте есть сотрудники? Да. Почему бы и нет? Конечно же, есть. I'm back. Что там? Сотрудники есть в этом месте, Егор. Егор, мы решили, что ты не шпион. Почему? Потому что ушел. Потому что ушел. Потому что ты отошел. А шпиону может, важно ничего не пропустить. Может, это mind games. Так, Кать. В этом месте тебе могут помочь? В плане, например... советом, выбором. Да, да, могут. Могут? Да. Стесняюсь. Теперь я? Кому мне задавать? Наташа. Да. В этом месте... Сейчас. В обычной жизни ты ходишь в это место одна или с кем-то? Одна. Угу. Неуверенно ответила Наташа. Ну, когда как? Ну, Алексей тоже сказал, ну, допустим, могут быть сотрудники, почему нет? Ну да, кстати. Не-не-не, я сказал, потом я сказал, есть сотрудники. Есть. Вопрос. Давай, Наташа, задавай. Вопрос.
можно ли в этом месте налить себе кофе? Бывает в некоторых. Можно. Окей. Нормально, нормально. Это место может работать круглые сутки? Может. И некоторые так и работают. Самое лучшее для меня. Кого подозревать, да. Ну вот у меня Алексей, Якасы... Бы... Алексей, Алексей слишком часто. Я бы в Пашу ткнул. Алексей и Наташа. Алексей уже два раза был или три, это типа уже очень странно. Мысли в голове. Да-да-да. Нет, Алексей, а обвиняешь ты кого? А Наташа. Ему, конечно, приятно, Алексей, но давайте все-таки по игре. Ну ладно. Что, ты не наливал ни разу в этом месте кофе, Арин? Ну ты не видела, чтобы там наливали кофе, Арин? Нет, погоди, нет, может, давай, это правда, давай Арина? Еще, так, давайте просто продолжаем. Паш, назови Арину что-нибудь. Алексей, правильно? Паша, а сейчас вроде в Москве живешь, Арина. А можно так, да? Можно случайным образом? После первого круга. Давай случайно. Очень часто. А, окей. Жестки очень часто бывают. Давай Арине, Арине. Ну, давай Арине. Бывают ли в этом месте какие-то особые приколюхи для детей? Только не пикайте в одну из локаций, которая была. Ну, вообще... Вообще нет, но... Все. Если... Поехали? Да. Не-не-не, я не шпион, я не шпион! Ты серьезно? Вы что, гоните? Да, не надо, не... она не шпион, не выбирает. Блин. Конечно, она ж... А ты что, реально не голосовал? Нет. В смысле? А кто тогда голосовал? Тогда это Егор. Я в нее не проголосовал. Да, не-не-не. Блин. Мне кажется, это то есть он сказал, я не шпион, а ты вы поверил, слышали, да? Мой вопрос и ответ? Я ей что-то верю. Ну, да, вообще-то, да, типа, да. Это зависит в разных... Я... Нет, есть такое, что... Ну, да не, по-моему, не может быть, мне кажется. Может быть. Не может быть. Приколюхи для детей? То есть... Для детей может, может, может. Может. Она сказала, может быть? Она сказала нет. 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 А, сказал, не может быть. Я а что такое приколюхи для детей? Погоди, что давай это? Я еще один вопрос задам. Ну, я, это будет слишком ну, палевно, если это... сказать, что да. За приколюхи. Да. Давай еще один вопрос, Арина. А теперь Арина должна задать. Арин, Паша там выбирать едет. Надо, выбирай уже. Хорошо, хорошо. Место выбирай. Не, ну по факту, да, как бы кроме нее здесь... Если что, Арин, выбирается место двумя кликами, там справа сверху иконка, то есть как бы, а иначе вычеркивается. Наташ. В этом месте можно идти с животными? Нет. Чё, блядь? Это как? Чё, голосуем за Наташу тогда? Ну, погоди. Стоп, погодите. А вы хотите сказать, что вы видели это место? Я видела, но нельзя. Ну, нельзя. Нельзя. Всегда висит, как бы, запрет. Да, как ты на пляж, да, зайдешь животное. Более да. того, я скажу, есть еще много вещей, которые там нельзя, но вы все равно делаете их. Ну да. Там иногда... Блин, я если... Кто это? Кто шпион? Yes? Катя. Я же говорила Катя. Катя. Блин, а кстати, никто не думал. Ну блин, нифига не спалили жестко, конечно. Я говорила Катя. И че... Про что? Чем спалили? Я вам говорил, что не Арнян. Чем спалили, Катя? Слушай, ну, во-первых... Круглосуточные сотрудники, помощи. Да, у меня с самого начала был либо супермаркет, либо ресторан. И про животных, дядя. Вот, да. Нет, но с животными много куда нельзя, да. Но тем не менее, все это когда в картину входит. Я же подыграла, специально сдавала, ну, типа, участвовала, чтобы понять. Ну, у нее странный вопрос был, одна или вдвоем, типа. Ну, типа, но... это как раз, чтобы понять, да, ресторан это или да. Супермаркет. Ну, нормально, для шпиона. Так, с кого начинаем? Давайте меня, что-то я сменяю. Давайте, мне а надо... А в какую это, мне, давай мне, наискосок, я на меня пойдем. Ребят, и у меня последний, время. Окей, да. Давай, бро. Окей. Давай, ну вниз вот так вот, и на тебя пойдет. Так. Мне? Да, давай тебе. Давай, давай. Что за звук? Машину кто-то гудит. Не у меня. Это не у меня. Это у Кази. Да, это у меня, это у меня. А. Я не слышу даже. Так, Паш. Привет. Здорово, бро. Паш, ты
предпочитаешь это место? Бля, сейчас дай слова посмотрю, чтобы не спалить. А, окей, ты предпочитаешь... Хотя нет, я сейчас спалю. Угу. Я уже чувствую, что ты спалишь сейчас. Хотя нет. Ты уже спалил. Как спалил? Шутка. Ну я сейчас ограничу, да, шпиона, да, нескольких слов. Ладно, хорошо, я тебе скажу так. Ты вот это место, типа, любишь онлайн или, типа, IRL? Ой, хорошо. Ну, исключительно, я бы даже сказал, IRL. То есть, как бы, полицейские участки ты не заказываешь онлайн? Ну, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это еще сузит. Ладно. Сузи. Сузи. Давай, Павел. А, я, да. Окей, ладно. Эфьясус, получается. Да. Могут ли в этой локации присутствовать иностранцы? Могут. Только скажите, когда я, потому что у меня, типа, перемешано все. Да-да, скажем. Окей, может ли это место... Немного странный вопрос, но я не знаю, что еще задать, как бы, так, чтобы не спалить. Блин, нет. Хотя, ладно. Может ли это место передвигаться? Двигаться? Да. Да. Ну, скорее всего, да, Хесус. Бывают такие, мне кажется. Бывает. Да, ну, конечно. Бывает. Но Наташа сам зацепилась. Сам задал и не понял. Сам задал и не понял, просто странно. А, ну... Кажется, или Наташа выкручивается. Выкручивается, да, да. Очень-очень она сказала спасибо Алексею за то, что он такой, ну, вообще-то да. Ну, вот уже, вот. Не только я. Он знает, он шарит, он взрослый, понимаете. Вот. А, смотрите, вопрос. Вопрос. Так. Вот все, кто сидит здесь, Катюх, как ты думаешь, были в этом месте или нет? Думаю, нет. Я не была. Какой вопрос еще раз? Голосуем. Еще раз. Очень странно. А какой вопрос был? Были ли все, кто сидит в этом... Да, конечно, голосую. Да, голосуем. Были ли все, кто сидит тут в этом месте? Быстрее. Я сказала, нет. Не было. Быстрее, можете? А чё вы? Я проголосовала. Я обвинила. Обвиняем. Чё? Все пойман. А чё это было? Это ресторан был. Ресторан. А в смысле место может перемещаться? Дебарка. Или ресторан на дебаркадере, как бы там, не знаю. Да, там... Да, не подумала об этом. Блин, так, друзья, мне надо отключиться. Я, кстати, третий раз шпион. Спасибо большое. Спасибо раз большое вам за компанию. К сожалению, чуть-чуть мы сегодня подзатянулись. Если бы вот нет, я бы прям до конца с вами был. Нормально, дядя. Спасибо. Мы еще соберемся обязательно. Спасибо. Я обнял, приподнял. Чатику большой привет. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение, Егор. До следующего раза. А что, все уходят? Не-не-не, я не ухожу. Не-не-не. Я ухожу, остальные не уходят. Все, я пошел. Давай, счастливо. Мы можем еще поиграть, получается. Конечно, да. Может быть. А что, в шпиона продолжим или что-нибудь еще поиграем? Блин, я бы с мне удовольствием... Мне кажется, да. Я мне бы нравится. С удовольствием... Давай в шпиона поиграем. Я бы с удовольствием потом бы в Codenames поиграл. Я, правда, не знаю, как вебки поставить на Codenames, потому что здесь они так себе. Что за Codenames? Codenames — обалденная игра. Мы в нее 3.5 часа залипали один раз. Я сама еще в нее не играла, но я видела, как играют. Она интересная. Охрененная игра просто. Но здесь просто непонятно. Хотя, в принципе, можно попробовать. Как-то вебки вывести. Ладно, погнали, шпион. У нас круг сузился. Мы 2 часа вебки настраивали вначале. Так, а проголосуйте, что получается, против Алексея, чтобы следующий раунд пошел. Давай. Арина, алло. А его надо вообще как-то выкинуть. Я обвинил. А как выкинуть его? А ему надо было выйти из игры. Представляешь, если он будет опять шпионом? А он стал серым. И мы скипнуть не сможем. А, все. Вы уверены, что теперь он не в игре?
Да, но он перечеркнут. Ну, серый он, серый такой. Блин, может пересоздать лучше? Опасно. Давайте так, правда. Давайте пересоздадим и сделаем поменьше минут. 5, например. 5 вообще балла, мне кажется. А то у нас время еще ни разу не заканчивалось. Ну, может быть, чтобы прям супер динамичные были темы, надо было рисковать. Ну, давай. Может, 10 попробуем. Надо динамику ускорить. Блин, ну тогда мне придется сейчас экран поменять и настроить. И получается, вам скинуть новую ссылку. Да, и вы ее не спалите, да? Ну, конечно. Да. Ты просто глазик убери с захвата браузера, чтобы он у тебя перестал отображаться. А, конечно, я так и сделаю. Так. Глазик. Давай, давай. О. Имба. Так. Ты тоже кинул? Или я? Я еще пока не кинул, секунду. Угу. Блин, Алексей все время шпион падал. Да, вообще жесть. Да мне тоже пару раз, только меня спустили. Так, а если я сейчас... А я не смогу в чат кинуть сейчас. В смысле, почему? Потому что... Тебе нужно будет переключиться. Будет... Да. А скрой тогда сцену Дискорда на секундочку тоже. Угу. Хорошо. Да. Скрой, скинь и вернись. Так, Дискорд. Ляпс. Если ты в режиме студии, не забудь скрытые окошки пустить в продакшн сначала. Чего? Сложно себе звучит. Ребят, вы пока настраиваете, сейчас приду. Хорошо? Все, я скинул ссылку. Давай. Можно минуточку? Давай, давай. Так, глазик вернули. Скинул? Так, я в комнате. Да, я скинул. Я внутри. Так, переход. Так, я вхожу. Сейчас, а как выйти? А как выйти? Просто закрыть и все? Да, 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 просто. Просто закрыть дату и открыть новую. Окей. Так, и мы ставим. У нас. Подожди, не ставь пока время. Сейчас. Все пропущу. Было 12. То есть 8 было мало, 12 много. Может, 10 попробуем. Оставьте, как было. 12 минут это много. А давайте 10 попробуем. А 10 не дофига. Мы начинали, было 8 тогда. Ну, и типа нормально, динамично. Ну, давайте попробуем. 8? Ага. А я бы 5 минут поставил. Пиздец, вообще вопрос не успею задать. Да нормально. Просто не будем отвлекаться, и все. Давай 6. Окей, давай 6. Я бы тоже 6. Давай 6. Так, а кто еще не зашел? Арина не зашла. Я сейчас чудом не спалил. Да? Спасибо режиму студию. Кайф. Арин, ты тут? Охуян, вообще, отличный никнейм. Еще Наташа не зашла. Такой бразильский, да? Времен чемпионата мира по футболу. Как дела? Охуян, братан. Охуян. Я вернулась. Молодец. Хорошо, а теперь заходи по ссылочке, переходи. Заново? А, я уже перешла, да-да-да. Да, я уже зашла. Все, ну, все, я поняла, пойти, все, нажала. Вот, все. Так, 6 минут ставим, прям динамично. Да. Блин, да. А до этого у нас только сколько было? Не отвлекаемся, и сдаем. 12. Ну, нормально, уровень успех. Хард. Все, погнали. Погнали. Так, с кого начинаем? Давай я, все, погнали. Погнали. Давай. С тебя, давай, давай с тебя. Так, могут ли здесь встретиться люди разного пола? Ты сейчас мне вопрос задаешь. Да. Блин, ну Паш, что-то эхо сильно пошло. Блин, наверное, нет. Да, нет. Эхо. Эхонян. Это все-таки эхонян. У тебя, Паш, эхо, да. А, нет, не у тебя. А у кого? Бам-бам-бам. Алло, алло. Эй. Пам-пам. Это не у Паши? Это у Кати. А что у меня? Ребятки. А, да, это у Кати. Че, короче. Ссылку? Нет. А что? Ты хочешь кикнуть хешку? Что это за звук? Что за звук? У кого эхо? Блин. Я вроде нет. Это не у меня, ребят. Обратите внимание, я сейчас выключаю микрофон и слушаем еще раз эхо. Да мы уже поняли, что это не у тебя. Алло, алло. Пам-пам-пам-пам-пам. Тихо. Пам-пам-пам. Эхо пропало. Да, пропало. И нет никакого звука, как будто кто-то там откуда-то там капает что-то. Так, 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 Паша. А у нас 4 минуты осталось, ну как было. Ребят, мы, конечно, успеваем, да. Здесь ты время тянешь, Павел. А, все ясно. А я задал вопрос. Так, все, да я понял. Ну, я ответил. Все ясно. Как ты? Давай, жги. Ну, я сказал, что нет. Давай, давай, погнали дальше.
Окей, а можно ли в этом месте, типа, забронировать себе место на какое-то определенное время и прийти туда? Нет. Давайте кикни. Давайте кикни. Почему? Нет основания пока. Во-первых, у Паши был очень странный вопрос. Чё? Вы чё? Тебя не смутил ответ Хесуса абсолютно? А тебя не смутил вопрос Паши? Нет, я наоборот запутать пытаюсь. По-моему, они сговорились, мне кажется. А что такого в ответе? Ребят, 4 минуты, давайте круг пройдем подольше, пожалуйста. Давай, пойдемте, пойдемте. Вопрос какой? Вы хотела оказаться в этом месте, Катюх? Ну да. По собственной воле. Ну, нет, по собственной нет. Ну нет, не хотела бы. Что значит, ну да, по собственной воле? Ну не хотела бы, не хотела бы, это было тупо. Ну, просто так это логично будет. Если я говорю, что нет, и, типа, учитывая то, что Хесус сказал, то, типа, тут очевидно уже просто будет. Давай, давай, Кать, задавай мне вопрос. Был ли ты в этом месте когда-нибудь? Чего ты говоришь? Был ли ты когда-нибудь в этом... А, это мой вопрос. Ну? Был ли ты когда-нибудь в этом месте? Да, был. Не знала. Так, что дальше? Я один задаю вопрос. Давай. Чего? Это круто. Скажи мне, пожалуйста. Это связано с... так, сейчас я так скажу. Не запали. Да-да-да. Там есть... Небо есть там? Если в этой локации небо? Ну да-да, но можешь увидеть небо. Мой ответ... Мой ответ нет. Угу. Пока я больше всех подозреваю Катю на самом деле. Угу. Так, Арина, Арина, на Арина. На меня прыгали, блин. В холостую прыгнули на тебя. Как бы так аккуратно задать. У нас время кончается, давайте быстрее. Да-да-да, сейчас. Зеленый, голубой... Красный, желтый и фиолетовый. Что ты выберешь? Хорош. Хороший вопрос. Ариночка. Ты понял это, Егор? Я понял, но она не поняла, но она ответила так, как будто бы она в локации, мне кажется, а не потому, что как мы думаем. Ариночка. Нет, видел голубой. У нас 2 минуты осталось, ребят. Ладно, голубой. Красный, как говорится. Чё? А, что? Нет, красный? Все. Она ответила. Нет. Я говорю голубой. Ну или красный, например. Ты красный или голубой? Ну, я думаю, что все-таки голубой. Ну, я думаю, что все-таки красный. Чё думаете, ребят? Да. Я бы выставил. Ну, типа, я бы тоже выставил. Ну да. Как-то да. Дайте вопрос. Хорошо, попробуй вопрос задать. Задай вопрос. Давай, задавай. Ну ладно. Давай быстрее. Там можно, например, попробовать морепродукты? А кому вопрос-то? Паша. Где Паша? А, мне? Такой. Да. А, я думаю, жду. Короче, ну, насколько мне известно, нет. Ну, это просто не так работает. Так, ну что, как поступаем? Бля, у меня... Блин, наш шпион нашел локацию. Катюх, по-моему, нет? Да. Да, блин. Слушай, ты мне цвета типа Yellow Submarine? Да, Yellow Submarine, да. А почему синий, красный, Арина? А, да ладно, ты из-за этого подожди. Синий, но красный. Красный, но синий. Это ты что вообще? Это я хотела поймать ее, если бы она склонилась к красному. А я знаешь, почему подумал желтый? Потому что, типа, на фотке желтый, понял цвет? А я думала желтый. Она желтая на фотке как раз потому, что Yellow Submarine из песни Beatles. А, я понял, блин. А почему ты ответил синий, красный, Арина? Я ответила синий, потому что, типа, вода и красный, чтобы запутать. А. Типа, два цвета. А красный, потому что в Советском Союзе были лодки, которые назывались... Давай, погнали, у нас время идет. Спрашивай у меня вопрос, давай.
Блин, классная песня Beatles, кстати. Кать. А, я сдаю? Да. Она угадала. Да. Так, а я кому сдаю? Мне. Сейчас. Проходит. В этом месте ты можешь получить какие-то услуги? Да. Что ты так посмеялся? Да нет, просто. Было такое, наверное, и не раз. Какие? Вообще нет, если что. А мне вообще видно мою вебку, да? Видно, да. Арин. Говоришь, Аринян, у меня вообще ни разу таких услуг не было. Так, ну смотрите. Я смотрела холостяка, Егор. Так, ребят, этот вопрос... не палимся. Этот вопрос снимает подозрения с Кати, Егора, Арины и Паши. Погоди, я сейчас не понял вопрос. Типа, ты смотрел холостяка, ты сказала, что они все... Или что? Я не понимаю. Окей, Генсуха. Ничего, просто смотрела, перед фактом поставила. Чего я? Ну вы двое. А кто еще? Нет, ты, Хесус или Наташа. Я-то поняла, что этот вопрос снимает подозрение. Соответственно, либо Хесус, либо Наташа. Хорошо, я вопрос Дине. Я даже не слушала, я придумала вопрос. Давай. Пиздец, Аринян. Так. Я даже не слушала. Это было неплохо. Нет, это было хорошо. Хорошо, в этом месте чаще еду заказывают или девушек? Нормально. Тут слишком узко сразу становится. По-любому школа. Слишком узко. Это... That's what she said. Так, короче, давайте по-бырому. Я отвечаю еду. Смотрите. Ну, мы можем вычеркнуть уже Арину, меня, Егора, Катю и Пашу. Давайте быстро пробежимся просто до вопроса Паши в Хесуса. И Хесуса в Наташу, да. Так что супербыстрый вопрос. Арин, как дела? Мы Арине даже не будем... Супербыстрый вопрос. Ну, блин, и ответ тоже супербыстрый. Ничего не надо спрашивать. Давайте так спросим. Вон как она пошутила. Ну ладно, давай спросим. Да, но она... вот я. Это не, она не, могла я... попасть, между прочим. Арин, ты хотела бы работать в этом месте? Чтобы уточнить. Нет. Окей. Вот это у тебя запрос. Вот это, ну, как-то размыто, мне кажется. Мне мама. А ты бы хотела? У тебя мама там работает? Что, я? Ну да. Ну она просто посмеялась, типа, как будто это рофл какой-то. Не, она погнали, просто типа, зашкварно там работает. Дальше, Арин. Так, кому спрашивать? В Пашу. Да, в Пашу. А, ну давай так. Могу ли я там посидеть? Нормально. Ну, блядь, да, конечно, блядь, Генсуха нашла локацию. Я же говорил, Генсуха, блядь. Мы не добрались чуть-чуть. Да. Когда, да. Знаете, что я напомнила? Когда... Я не знала, я реально не слышала вопрос. Я поняла после того, когда спросили, девушек или еду туда заказывают. Вообще, да. Ты жестко запалила. Типа, в церковь или в школу ты же не закажешь. Девушек или еду. Поэтому, да. Так я и говорю, школа по-любому. Вы так еще угорали. Ну, я клянусь, я, типа, первый вопрос вообще не слышала, типа, ну, то есть я не смотрела холостяк и не, ну, как бы, и не слышала вопросы, поэтому мне было, ну, не смешно, вот и все. Наташ, давай ты начнешь, Хесус. Давай. Смешно начни. Ой. А? Эх. Ща. А, подумаешь. У Паши там стемнело совсем. Наташа, походу, шпион. Закат. На улице стримит. А ты кому сдаешь, кстати, мне или Хесусу? Хесусу, получается. Это открытая или закрытая локация? Закрытая. Так. Паша. У меня Паша вообще просто в квадратиках весь. Паша. Да. У меня все в квадратиках, кроме Арины. В этой локации... Серьезно? А у меня все нормально. Тихо. В этой локации безопасно? Ну, по умолчанию, да, но всякое случается. Окей. У меня Паша как будто в тех роликах с облюренным лицом. И с измененным голосом. Сегодня я расскажу вам свою историю. Да. Смотри, как ты пугаешь. Я хотел сымитировать сам, и просто я поднес руки, и тут включился этот голос. Я думаю, ё-моё, это уже силой мысли. Я сгенерировал это.
Давайте, 3 минуты, 4 осталось, быстрее. Давайте, пап. Давайте, да. Не тяни время. А, я, блин, должен, да? Да, да, да. В этой локации есть главный? Да. Дина, эта локация связана как-то с ролевыми играми? Интересный вопрос. Ну, возможно, скажем так, да, да. Отвечаю я с улыбкой. Неплохо ты вообще такой-то подкралась. К вопросу интересно подошла, так сказать. Креативно. Короче, болит. Да что такое? Это кто? Кто это выбрал? Паша, походу. Паша, да. А, блин, а, надо было... Я поторопился, но просто школьница, а сказал, они... по умолчанию, да, школьница? А типа так, нет. У кого что болит? Ты так хорошо ответил, я подумала, типа точно не ты. Ну да. Ролевые игры, полицейский участок? Ладно, все, я дальше не буду ничего говорить. В смысле, типа, школьница? Да-да-да. Игры Арина и Дубинка. Не, я не буду комментировать свою догадку. Я пошутила, ладно. Не, я вообще не об этом подумал, но потом понял, что это слишком грязно было. Да. Делаем грязюку. Паш, начнешь? Да. Как бывший шпион. Как бывший шпион. Может ли эта локация иметь больше одного этажа? Да. Ты мне задаешь вопрос? Ну да, тебе. Да, может, да. Так. Еще раз, я прослушала. Можно еще раз? У этой локации может быть более одного этажа? А, ну вот легко. Ну да, нормально. В этой локации может играть музыка? А, Наташа? Что? Вы что, спите, что ли? Наташа в КС-ку играет просто. Музыка в этой локации играть может? Да. Да? Конечно. 100%. Так. Я могу приносить удовольствие. Вообще, в принципе, или что? О май. Не знаю, не проверял. Это надо твою парню спросить, да. Пока. Мне кажется, это немножко другая игра. Много шуток подтягивается. Да-да-да, погоди, а это... Что такое-то? Вопрос будет? Так она задала вопрос. Ну, просто он как-то... Отвечайте про удовольствие. Катя, ответь, пожалуйста. А, это мне вопрос? Конечно. Подожди, ну сформулируй просто почётче, типа, в смысле удовольствие приносить? Ты именно. В смысле, удовольствие. Вот, ты тебе, как ты, локация? Ну, может. Нет. Но... Сформулируй вопрос, я тоже не понял. Окей. А, черешню ест. Приятного аппетита. Предоставляю тебе какую-то услугу. Да. В этом месте. Да. Я могу? Да. Могу ли я развлекаться в этом месте? Опять, да. Можешь. Окей. Могу ли я заехать туда на машине? Иди. Что? Ну, на моем опыте такого не случалось. Ну, на моем опыте. Тут, кстати, тут можно, типа, по-разному. Может быть, я не сталкивалась реально с этим. Я понял, о чем речь. Ну да, да. Скорее всего, Дина права. Это... Все, молчу. Арина, в какое время года ты бы, скажем так, оказалась бы там? По твоему желанию? Теплое. Время года. Окей. Так, кому я теперь, Паша? Или кому? Да, Паша. Да. Можешь мне, конечно. Паша, есть ли подземка в этой локации? Ну, в этой локации нет. И это конец моего ответа. Обрубил чисто.
Катя, Паша, пока, нет? Я сейчас скажу, да, или кому, Лёш? Нет, подозреваю. А сейчас прошли круг, ты можешь задать вопрос кому угодно. Братан, ты потерялся или что? Да. Паша, что, какой-то правда такой, подзадумчивый. Лёхе, да, задаю вопрос. Есть ли техническая зона в этой локации? Это мне? Ты Лёха? А Лёхи нет же. Я тоже Лёха. Я тоже Лёха. Мы все Лёха. А вообще? Ну да, есть. Окей. Может ли эта локация... Круг неправильно пошли, нет? Почему? Правильно все? Я сейчас на так. Да, давайте только скорее. Минута. Давай. Быстрее, скорее. Может ли эта локация подпрыгнуть на трамплине? Быстрее, отвечай, быстрее ответ. Не раздумывайся. Что это такое? Генсуха, что можно ли быстро на трамплине? Может ли это локация подпрыгнуть на трамплине? Нет, невозможно. Быстрее вопрос. Быстрее вопрос. Вопрос. Я могу рядом находиться стоя около этой локации. Давай быстрее. Не думай, быстрее вопрос. Да, можешь. Ну, типа, чисто теоретически, при определенных условиях, да, можешь. Давай, погнали. Когда она в действии, когда в действии. 40 секунд. Теперь я. Пиздец. Так, могу ли... Надо кикать. Блин, сейчас. Давай скорее. Тихо. Лёху надо кикать. Всё. Да но... меня за что? Что, типа, что ты можешь сделать на... там? Да, что ты можешь сделать там? Что ты можешь сделать там? Всё, что угодно, в принципе. Да ты чё, блин? Блядь, ребят, смотри, давайте решим. Это Арина, мне кажется. Ну, по кокетсу самый подозрительный получается. Какой трамплин, ребята? Это Арина. Это Арина, нажмите кнопочку на Арину. Арина, давай. Время кончается. Погодите, кто? Давайте проголосовал. Я проголосовал. Погнали, ладно, в Арину. Блять. Фу, блять. Ну это как... был не я! Амина, да. Это была я, привет. Блин, это что, поезд был? Это поезд или нет? По поводу машины, это океанский лайнер. Блин, я думала, поезд или лайнер? Поезд или лайнер? Почему написано «Пойман родитель»? Ребята, теперь время сейчас. «Пойман родитель»? 10 секунд можно потратить на то, чтобы спросить, какая из локаций присутствующих может подпрыгнуть на трамплине? Типа... Какая? То есть, допустим, не лайнер. Какая может? Какая может? Ну, типа, блин, ну как бы... Ну какая может? На волне, наверное. Локацию выбирать. Я намекал на машину. Типа, машина же может что-то сделать. А лайнер не может. А я поняла, что типа как волна, типа как трамплин такой. Да, у меня вот этот трамплин, я сижу и думаю, блин, о чем вообще речь? Я просто думаю, может какие-то другие могут локации, я смотрю, думаю, ну нет. Ну блин, войско крестоносцев, на трамплине хуяк и все. Все, вопросов нет. Давайте наше следующее слово, ребят. Танк, воинская часть. Давайте скорее. Кто? Давайте, не знаю. Давайте я начну, так как была шпионом. Так... На каком виде транспорта лучше всего приблизиться к этой локации? Так, а я спрашиваю, Арина, тебя, получается, или Егора? Ну, давайте в обратную сторону тогда Егора. На каком виде транспорта лучше всего к ней приблизиться, подъехать? На каком? Да. А что ты имеешь в виду на каком? Типа... А, я понял. я не понимаю этого. Я понял. Ну, типа, ответь так, как типа... понимаешь. Как? Ну, смотри, автобус, метро, машина, велосипед, самолет, океанский лайнер. На океанском лайнере? А, Егор, ты тянешь время. Не, я реально не понял просто, ну, типа... Ну, как, все очевидно же, ну... Все поняли? Да все поняли, да. Все поняли. Ну тогда давайте Егора просто сразу задам и все. Ну что за вопрос сложный? Ладно, я сейчас пикну быстро, блядь. Парень, твой. Это реально ты! Парень, твой. Да, погоди. Зато честно. Блядь, а как? Парень твой. Что? Голосуйте. Генсуха, ты что не нажимаешь? Так пускай выберет какой-нибудь, вдруг он угадает. А я не могу выбрать почему-то. А, потому что обвинение и типа время остановлено. А, я уже истратил. Шпион назвал неправильную локацию. Да, неправильно. Да. Ну я наугад ёбнул. Ну тебе просто не повезло, потому что ты шпион, и ты первый получил вопрос. Это очень сложно, да. А так был бы вертолет, да. Вертолет, серьезно? Ну вертолет был бы супер палевно, да. Мне кажется, машину сказала бы. Бля, надо было сказать машину. На вертолете, да, легко. На самом деле... Даже на картинке вертолет. Ладно, погнали. Тем более. Кто спрашивает?
Я, да, я был шпион. Да, давай, давай. Давай. Давай, я в какую сторону? Катя. Мою. Да, давай в Катю. Давай. Ты могла бы там... Будь аккуратен. Я понял, да. Да, да, да. Просто там. Так, Егор и Паша чисты. Да не, почему? Так он же... Давай, давай, давай. Не тяни время, давай. Короче, ты любишь это место просто и все? Я к нему нормально отношусь. Могу ли я в это место прийти не одна? Да, да. Хорошо. Ты ходишь в это место по особенным случаям? Я вообще туда не хожу. Ну, я бы ходил туда, наверное, если бы ходил, то по особенным случаям, да. По каким, например? Не надо, не надо. Не надо, да. Не надо. Ну, блин, ну, мы уже спалили все для шпиона, ребят. Почему? Так, слушай, Паша. Ну, судя по всему, нет. Можно ли в этом месте пить алкоголь? Употреблять алкоголь в этом месте? Я думаю, это запрещено, не приветствуется, но чисто физически ты смог бы это сделать, если бы поставил себе такую задачу. Хорошо ответил. Я старался тебе странный, да, ответ? Ответить, чтобы не запалить. Я понял тебя. Понял? Ну. Да. Окей, окей. Давай, ты задаешь вопрос Арине. Окей. Всем ли рады? Нет, ладно, не буду. Не буду. Не буду. Блин. Ну, не Паша, короче. Ну, давайте в Генсуку сразу. А круглосуточно ли открыто это место? Вот, кстати, я что-то не в курсе. Я бы ответил кое-как, но я понимаю, что это, типа, опасно. Ну, нет. Нет. Дина, можно ли это место как-то ассоциировать с ролевыми играми? Ой. Да что у тебя все на ролевых? Арин, ты просто повторяешь предыдущий вопрос, мне кажется. Пока у меня Арина самая подозрительная. Да, это Арина. Это Арина. Интересно, что из цирка можно использовать такого? Подожди, стоп, это не она, это не она. Это она. Единственный момент, Наташа очень радостно улыбается, что типа все на Арину погнали, типа такие, да-да-да, у Наташи улыбка еле сдерживает. Ну давайте продолжим, давайте Арина, ответ на твой вопрос – да. Ответ на твой вопрос – да. Уф, уф. Сериал. А Наташа правда заулыбалась. Ладно, молчу. Я вот ведь от вас не палю место, а вот вы палите. Да. Да нет, ты тоже хорошо спалила. Егор, как ты считаешь, кого из присутствующих была бы выше вероятность увидеть в этом месте? Опасно. Ну так типа это палевно. Да не, хотя... А почему палевно? А как понять? Ну типа нет, мне кажется, нормально. А что опасно? Не опасно, я понял, что... Не, ну я имею в виду предположение вообще в целом. Я иногда говорю опасно не в плане найти шпиона, запалить шпиона, в плане правильно. Не-не-не, Паша, все в порядке, все в порядке. Я думаю, что... Арину. Такая тишина. Я потом объясню, почему. Окей. У нас одна минута, ребят. Блин, Катя. Давай вопрос. А, я сейчас... Катя, а ты потом мне. Я у тебя спрашиваю. Скажи, пожалуйста, ты видела фильмы ужасов про это место? Да. Угу. Мне? Так, да. Давай. Шпион. Наташа, я не понимаю, почему до сих пор не... Сейчас, тихо-тихо. Часто ли ты вообще можешь появляться рядом с этим местом или в этом месте? Может, Наташу выставим? Появляться? Ну. Давай вопрос отменим. Зависит от... рядом с этим местом. Зависит от твоих маршрутов. Быть в этом... Нет. Чё? Так кто отвечает? Так Наташа отвечает, вы чего? А, Наташа нет, отвечает. Я сказала, что нет. А что нет? Я, ну, типа, поняла вопрос так, что
Что нет. Столько секунд, ребят, надо определяться. Бываешь... Еще раз. Да может, Наташу? Бываешь ли рядом ты с этим местом? А может, вот. Дина? Мне тоже кажется, что... Дина? Нет, Кирсу. Не-не-не. Вася Наташа, да. Задай вопрос Кирсу быстрее. Да, и... Блин, давайте... Ой, а я уже кинул обвинение. Хорошо, думайте, Генсуха. Хорошо. Давай быстрее, по вопросу. Быстрее, быстрее. Ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо. Можешь ли ты там сидеть в этом месте? Да. Да, короче, кикай. Наташа, Наташа. А Наташа. Мне кажется, это Аринян. Нет, Наташу! Мне кажется, это Аринян. Ты что за вопрос про сидение? Ты чё, ну ладно, давай, хорошо, давай попробуем. Ну, вообще-то, нормальный вопрос. Так обвинение слетело. А? О, шпион промахнулся. Шпион назвал неправильную локацию. А как ты не поняла, Наташ? А что это было? Церковь. Это была блин, церковь. Чего не голосовать? Но в церкви можно стоять, блин. Сидеть. Это зависит от того, католическое или... Так типа это самый банальный вопрос, который можно задать. Блин, когда я шпионом-то буду, ёбаный свет, сори. Ну, а тогда. Погнали, погнали. Да не, не, блин, ну ё-моё, не шпион. Наташ, начинай. В католической можно сидеть. Блин. Наташ. Нужно ли высшее, блин, образование человеку, который там... Работает? Работает. Ты что, блин, говорить не умеешь? Ну да. Она просто поняла, что немножко обосралась. Да, да, нужно. Так, окей, Паша. Блин, я даже не знаю, как задать, что-то спалить. Ну вот это меня торопил. Ты там часто бываешь? Я нет. Нет? Ну ладно. Ну я в принципе тоже, да. Я кому дальше задаю? Катя. Мне, наверное. Почему ты так часто пропадаешь? Давай Арине, давай Арине. Арин, почему так часто пропадаешь? По порядку же, нет? А, нет. Хорошо. А, нет, все. Давай Арине, 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 давай. Арине, да. А то она обиделась. Свободное ли посещение этого места для тебя? Ну да. Оба какие-то странные люди. Ну ладно, давай. Дина, связано ли это место как-то с нашей деятельностью? Опосредованно. А почетвергованно? Нормально, нормально, Егор. И, кстати, вот Егор пошутил, а мой вопрос как раз про это. В какой день недели ты бы туда отправился? Да в любой. В воскресенье. В любой. Пятницу. В любой прям? Да, в любой. Окей. Мой вопрос тебе, Кать. Там есть огурцы? Это очень странно. А я поняла этот вопрос. Да. Есть, да, огурцы? Да, да, ну... Ну да, да. Блять, кто это? Чего? Он Паша, блять. Да. Ты блин. По огурцам понял, серьезно? Ну конечно, ну конечно. Огурцы в банке. А, блядь, ресторан. А, я по-другому. Банка огурцов, ну я как бы, да. Да. Ты гений просто. Да, честно, да. Наоборот, ты как раз таки в таких моментах ты этим меня навел больше всего. Прикольно, кстати. Если ты опять не шпион? Я опять не шпион. Я, кстати, думала, что Паш шпион, но я не стала, типа, решила посмотреть, но он что-то быстро выиграл. Ладно, давайте дальше теперь. Может, в кто я поиграем после этого кона? Ну, нет, я не хочу. Я не пойду. Я, скорее всего, через минуту должен вас покинуть. Ну, короче, мы, давайте тогда пару конов тогда, и что, кто все уходит? Я думала, в Элис поиграть можно, в принципе. Давайте, кто? Кто остается? Что, я тоже успешный? Просто подрублю стрим тогда. Сейчас. Ну, давайте... Ну, это Велес, что? Велес где, можно было бы. Где-нибудь полчасика или... Так кто ну, я, недолго можно. Не, кто я, это другой. Не-не-не, кто я, это ты который объясняешь. С бумажками на лбу. Да-да-да, я понял. Объясняешь слова Велес. Велес. Давайте Велес. Лучше бы Велес, да. Давайте тогда сейчас что-то доиграем, типа, а те, кто останутся, те пойдут Велес, потому что это ведь нужно заново, типа, все делать, это время. Ну, я создам. Угу. Там весело. Так, я просто что-то время, буду время, это. Ребят, время. Да, кстати, блин, 4 минуты. Паш, шпион, давай. Ты был шпионом, давай с тебя. Все. А мы еще одну, да? Ну давай ластовый, да, два и в Катю. Катя. Угу.
Знаешь ли ты... Вдоль ночных дорог. Да-да-да, вдоль ночных дорог, да. Знаешь ли ты... Шла босиком. Всемирно... Не жалею ног. Да. Вот, собственно, пожалуйста, спасибо. Отвечай. Все еще раз. Всемирно известные вариации этого места у нас в стране. Что? Еще раз. Он просто рандомных слов тебе накидал. Просто. Я заметила, я еще не поняла. Короче, так. Олег был... Да нет, он все нормально сказал. Ты понял, да? Короче, есть ли в нашей стране вариант этого места, но только всемирно известный? Да, есть. Так, теперь я. Блин. Запутал сам себя, да, брат? Я не... Нет, мне кажется, я... Давай. А, нет, все, отлично, все, я все хорошо сказал. Это место... Блин. Сейчас. Круглосуточно ли он работает? Вообще нет. Угу. Хорошо. Не, ну некоторые иногда да. Некоторые. Некоторые. Дина. Да. Это место... Сейчас, погоди. Да, понял. Есть ли на этом, в этой, так скажем, в этой локации люди с повязкой на лице? А, я не так поняла, не так послушала. С повязкой на лице. Угу. Не совсем, если честно, поняла, о чем ты. Ну, просто вопрос такой. Я не припомню. Угу. Окей. А на самом деле, я вот сейчас решила сделать вид, что я шпион, потыкала, и у меня осталось совсем немного локаций. Исходя из тех вопросов, которые мы сейчас задавали, какие ответы давали. Так что надо бы как-то, да, осторожно. Я понял. А, мы тоже так можем делать? Я не знаю. Да. Да. Да, но в принципе я сейчас плюс одну добавил ему. Так, Арина. 2 минуты, быстрее. Блядь. Арина, ты пошла бы туда с диппером? Это что такое? Это собака? Песик. А, это правда. Собака, я тоже чел не поняла. Да. Угу. Я уж про что-то другое начал думать. С дабл диппером пошла бы? Так, не тянем время, ребят, минута всего лишь. Как бы, ну. Кому я задаю? Паше? Паша, да. Паша, работают ли там сотрудники? Ну, если так можно назвать, то, ну да. Работает. Окей, Паша, давай мне вопрос, давай мне теперь сразу. Присущи ли этим сотрудникам, некоторым из них, артистические навыки? Я думаю, да. Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Так, нужно ли заплатить... Мы я такие мастера намеков, если честно. Театр сейчас пикнет. Кто был шпионом? Мы прям, мастера такие, знаете, прям такое тонкое искусство. Да, в театр, мне кажется. Нет, в цирк Шапито, она пикнула в цирк Шапито. Но это было бы слишком. Ты что, думаешь, что я настолько так запутал? В смысле, в лоб бы так спалился? А почему ты в цирк пикнула? Там же спрашивали про всемирно известную локацию. А почему опять та же самая локация? Столько раз подряд. Это не знаю, нам что-то... Так у нас и постоянно, они постоянно уже, типа, по несколько раз... Они будут показывать, пока мы не скажем, что ходим туда. Почему не было пиратский корабль? Почему не было полярный... Да я не знаю, тут как-то странно вообще. Да. Цирк Шапито. Я еще при этом не шпион опять. То есть у нас... То есть чисто такая тема. Лайнер, церковь и пляж. Да-да-да. Да-да-да, нормально. Летний набор. Шпион пикнули церковь. Так у нас время пошло. А у меня мы нет. Уже спалили. Шпион, выбери церковь, чтобы новая началась. Выбери церковь, давайте новую. Наташ, выбери церковь. Что тогда, эту ластовую сейчас и идем в Элиас, правильно? Давайте, да. Понятно. Давайте. Ну я уже, это совсем ластовую, да.
Я понял, да. Кто идет в Элис? Хотя в Элис, конечно, я бы просто устроил бы наказание вам. Паша, может, ты партийку в Элис все-таки? Партийку в Элис и ухожу. Давай, я по-быстрому настрою все. Уже все, что ли? Уже все? Да, нет, время идет. Нет, у меня по нулям. Мне тоже по нулям. Мне тоже ноль. Блин, скипить надо? Что за фигня? Давай я за новый заведу. Да блин, я была шпионом, да елыпа. Стоп, подожди, я был шпионом. А, да ладно. Я тоже была шпионом. О, что? Я был шпионом. И мы все такие сидели, я обосрался. Я опять честно был шпионом. Блин, мне жалко тебя, если честно. Типа так и не поиграл. Да ладно, чё? Чё ты первый? Я привык. Давайте. Who first? Кто был шпионом? Арина была. Я была шпионом. Так мы все были шпионами. До этого Арина. Тогда заглючила, мы все были шпионами. Арина, да, Арина, давай с тебя в Дину. Или куда? В Генсуху. Давай в Генсуху, точно. Давай. Ой, Наташа, че ты улыбаешься? Утоли мои печали, Натали. В этой локации... В эту локацию ты бы сходила с мамой или с папой? С папой. Хм. Это мило. Да. У, нифига, у Кати... Ой, извиняюсь. Да-да, это я, типа, сори, да. Что это? Должно пройти. Это из спецэффекта, ребят. Это на эффект подрубила. Прикольно. Это я не эффект подрубила, если что, это я просто еще на ОБС открыла. Да, я понял, да. Блин, это пропадет или нет? Нет, это тебе надо деактивировать вебку в ОБС. Так я закрыла ОБС. Можно ли танцевать в этом месте? Ну, как бы, если прям сильно захочется, можно и потанцевать. Я не знаю, от тебя зависит. Я танцевала. Ладно. Да? Буду красивая. Окей. В этом месте можно купить себе покушать? Сосиску в тесте. Это меня? Сосиски в тесте. Ну, получается, тебе вопрос задаю, Паша, да. В те варианты, при которых я там оказывался... Вот что-то типа такого можно было купить. Mm-hmm. Но типа mm-hmm. очень ограничено. Вот это. Скорее, это и... Понял. Кэт. Так. А, я сейчас... Но я бы не рекомендовал. Паша спрашивает у Кэт, Кэт. Да. Давай. Насколько тебе важно, чтобы человек, который там работает... Хорошо разбирался в своем деле. Очень важно. Ну, типа, немаловажно. Могло быть, конечно, и важнее. Немаловажно, чем что? Ну, просто немаловажно. Я не буду сравнение приводить. Завтрашний день, но не сегодня. Но не только лишь. Не только лишь важно. Теперь я кому теперь? Мне. Егору. Так. Сейчас. Такой размытый я вопрос задал, вообще ничем. Сейчас. Ну да. Блин, это слишком палевно будет. Да лучше не пались. Блин, ну просто это было бы гениально, но это очень палевно было бы. Давай, ну образно. Ну нет. Попробуй, на грани, это же в этом самый кайф. Чаще всего это находится... сейчас. Вот если, допустим, мы возьмем город. Так. Это будет находиться на... За или за пределами? Это же? Будет типа, да, там, на окраинах... Возможно, там... Это очень странно, да? Ты договори. Нормально. На окраинах, там, я не знаю, или наоборот, это в самом пике, то есть как это, там, на Красной площади, ну, в центре, короче, получается. Где это обычно располагается? На самом деле, ну, в разных городах по-разному. Mm-hmm. Если честно. Но... Если честно, а если нечестно? Если нечестно, то везде одинаково. Егор, в Liberty City где расположено? Братан, я не помню эту игру, я тебе отвечу. В смысле? Чего тебе сказали? А почему меня? Ребят, не тормозите, у нас минута. Да, минута осталась. О, да, осталось всего ничего. Давайте, я отвечаю. Обычно, смотрите, я в разных городах бывал, да? Обычно, типа, это не в центре, это ближе к окраине. Окей. Ну, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а в этом месте есть... Блин, как это спросить, чтобы не спалить? А...
Ты следишь за временем в этом месте? Я? Да. Мне кажется, он шпион. Мне кажется, он шпион. Он думает, что... А мне кажется, он хорошо ответил. Да? Вопрос нормальный, да. Ну, я типа тут не вижу намеков, честно говоря, на... Нормально. Минута осталась. Дин, задавай дальше. Да, Арина. Арина, можно ли туда позвонить? Да, Арина? 40 как секунд. Отчество? 40 секунд! 40 секунд! Вы бы туда приехали один или с семьей? По практике я туда, получается, что приезжаю с семьей, но вообще в целях ответа на ваш вопрос один. Да не-не-не. Блин, а мы Наташе не сдавали, надо было Наташе этот вопрос. Так, дальше. Слушайте, мало времени осталось, поэтому... Давай. Доверили бы вы в это место свое имущество? Нет. Опа. Нет. Все, Хесус, все, его давайте. Все, в этом месте грязно. Обвиняем. Не, ну, давай, давайте ответим. Почему Хесус? Мне кажется, не Хесус, не Хесус. Нет, вы чё? Вот вопрос правильный. А, я понял, про что ты спрашивал. Я понял, блядь. Ты понял? Я понял, про что ты, я понял. Блин. Это не я, я не шпион. Ну, тогда это Егор. Все, Егора. Давай. Вы что, офиг... Давай, вы давай, пиши, давай. 8 секунд, жми его, обвиняй. Я не могу. Это Егор, это Аринян. Аринян. Да, ее, давайте, все, нажал. Аринян. Ты, блин, нажала. Ребят, у нас 2 секунды осталось. Это не Аринян. Егор, нажимай, у нас нет выбора, Егор. Нажимай. Это не Аринян. Блин. Я ж говорю. Кто? А кто был шпионом? Кто был? Наташа. Да ладно, я был. Наташа. Да, блин. Блин. Я вообще не подозревала тебя. А я говорила, сейчас. Что, типа, возможно, сейчас, Егор, ты не ребят, не ребят, как бы задать вопрос сейчас, чтобы не спалить? Сейчас, секунду. Тоже курсы за 25 тысяч. А что за место было? Ты вместе с Ликсом, что ли, ходил на курсы? Сервис-центр был. Сервис-центр. Да ладно. Да. Я думал, это цирк, блядь. Я задавал вопрос, как... Какой-то вопрос мне очень понравился. А вы поняли про центр, вы поняли? Да. Я вообще не понял, кстати, потому что... Блин, я просто... Ну, типа, какие-нибудь... Сервисный центр. Сервисный центр. Типа там такое... Я, вы какие-то такие вопросы в никуда. А, ты так? А я думал, ну, сервисный центр на окраине обычно за МКАДом, там все дела большие, крупные. Нет, я просто слово центр использовала. Видите, как... Все мы по-разному мыслим. Центр, прям в центре есть. А ты такой, типа, цирк? А. Я был в разных городах. Цирк, обычно окраине. Но понимаю, бывает в центре, понимаете? Я последнего не пил. Я боялся попробовать угадать слово, потому что я знал, что я проебу, я этим не до конца был уверен. То есть надо... Ну, мы не успевали же, время затянулось. Да. Что, вылез тогда партийку? Да, вылез, давай. Я сейчас буду сцену делать.